В Балейском районе поставкой горюче-смазочных материалов потребителям занимаются 4 автозаправочные станции. 3 из них принадлежат компании «Нефтемаркет» и 1 частная. Цена на бензин на действующих автозаправочных станциях понизилась на 50 копеек. Сейчас цена бензина марки А80 равняется 29 рублям 30 копеекам. АИ-92 стоит 31 рубль 40 копеек. Цена дизельного топлива пока осталась на прежнем уровне и составляет 33 рубля 10 копеек. Для водителей, работающих на большегрузовых транспорте, даже такое сравнительно небольшое понижение — значительное подспорье. Ездим в лес, литров по 50, заправляемся. Ну, желательно, чтобы бензин понизился в цене. Однако есть и критика по поводу понижения цены. 50 копеек — это, я думаю, это капля в море. У нас, сами знаете, составами нефть уходит за границу. А бензин самый дорогой в России. С наступлением холодов количество автомобилей на автозаправочных станциях заметно сократилось, однако дополнительный прогрев машин повысил расход топлива.